В заключение о больших деньгах. Почти триллион рублей заработали российские банкиры за прошлый год. В 5 раз больше, чем годом ранее. Ну а 2017 должен стать для банкиров, ну, или таким же хорошим, или даже лучше, ожидают финансовые эксперты. Ну а что же петербургские денежные мешки, которые, кстати сказать, с прибыли еще и налоги платят? 70 миллиардов рублей заработал ВТБ. Все остальные могут похвастаться куда более скромными результатами. Банк «Россия» смог заработать 4 миллиарда. Санированный «Абсолют» банком «Балтинвестбанк» вывел на балансе плюс 3 миллиарда. Банк «Санкт-Петербург» чуть более 2 миллиардов. А вот самым убыточным оказался банк БФА. Больше миллиарда рублей потеряли его акционеры. Ну а теперь с небес на землю. Все-таки Центральный банк на завтра установил вот такие вот курсы валют. Доллар 59 рублей 15 копеек, евро 63 рубля и 43 копейки.